Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба, и сегодня будем прокачивать дальше нашего павличика Равика, да? Потихонечку обучаться этому прекрасному Равику, потому что вроде бы имба, но вроде бы и нет, в общем, непонятно пока что. Поэтому качаем и наблюдаем, что из него в итоге получится. Наверное, прокачаем сегодня на 5-й, 6-й уже потом возьмем, потому что что у нас как бы вот, видите, серебряным там отображается, типа крутой, новенький. Наверное, за секунду прокачаю, чтобы не тянуть время, чтобы это было для вас буквально одна секунда. Но вот, в принципе, и 5-й уровень Равика. Берем его и прокачиваем. Получаем, кстати, уже 2300 хп на 5-м уровне. Ну, это вроде обычный параметр для такого среднего персонажа, поэтому как бы должно зайти нормально. Сейчас быстренько прокачаем ему, кстати, атрибуты все остальные. То есть тут у нас получается, что достаточно неплохо накинуло, что здесь по урону в процентах, что здесь, да. Лук усилился достаточно жестко, плюс копье. Кстати, вот копье, заметьте, тут 15%, тут 15%, дробовик 30, лук 30. Как-то оно сбалансированно идет, незаметно так. Ну и атрибутов сейчас очень много прибавилось, особенно на этих уровнях, что позволит нам сейчас как раз и поднять дальность на этом персонаже. А за счет дальности можно будет дробовик тут разыграть. Ну а следующий уровень уже будем качать в следующий раз. Так, ну что, вот они, 9 атрибутов за 2 уровня как бы получаем, офигеть, это очень много. Ну, как бы, до этого вообще, по сути, атрибутов не было, теперь они хотя бы появились. Для копья тут, как бы, без вариантов, просто вот так вот делаем и все, хотя 6%. Нет, давайте пока дальность, нам перезарядка так сильно сейчас не нужна. Лук, опять же, 0 атрибутов почему-то было, странно это очень, все, как будто, так ощущение, что до 3-го уровня атрибуты вообще не давали. Интересно, интересно. Ну, по луку тоже дальность надо качать. Хотя, видите, здесь дальность достаточно мало качается. Возможно, у нее нет такого особо большого смысла. И поэтому давайте пока что так сделаем. Ну и последний параметр это у нас дробовик. Ну, тут дальность, конечно, без вариантов. Посмотрим. 8... Блин. Какая приятная перезарядочка. Но пока что так качнем. Такой начальный равик у нас получился. Давайте, кстати, глянем. Были ли тут... Смотрите, были. А почему? Они у меня были не распределены. Очень странно, не знаю почему так, ну что есть. Ладно, берем Равика и отправляемся за него в командные бои, конечно же. Шучу, пойдем мы в соло бои, будем соло сегодня нагибать, у нас там сложный, да? Сложный, а значит много рейтинга даст. Опять же, сандали святого стоят, не знаю зачем, пусть стоят, поэтому такие вот дела. Сколько же противников на карте, но надеюсь у нас получится точить, все-таки Рави достаточно силен в... соло боях, потому что имеет вот эту вот штуку с промахами. Там ребятки писали в комментариях, что и когда ты целишься и стреляешь в точку под активным навыком Равика, то тебе как раз оно само берет и меняет расположение. То есть оно само автоматом стреляет не в ту сторону. Кстати, видите, я убил. Жесткий. Ага, у нас же копье, кстати, такое. Я и совсем и забыл. Надо срочно залутать. Гений на хамелеоне очередной попадается. Ну, лишь бы аптечку потянуть. Но это низкие уровни, тут все понятно. Будем сейчас на них набивать себе рейтинг. Опять же, хочется вот эту вот штуку потестить конкретно сейчас с кем-нибудь в пвпшке такой. Один на один. Но с кенгуру, наверное, плохой вариант тестить так-то. А ну-ка, сейчас хамелеон поведется. Во, повелся. А ну-ка, давай еще раз. Ой, какой я меткий. Не, ну копье это имба. Ну посмотрите этот урон. Какой же он бешеный этот урон у копья. Просто какая... Еще и на лук дальность гляньте. О, какой же кайф, ребят. Вы не представляете. Ну посмотрите на эту имбу, а. Там еще и промахи. То есть любой дальник против вас, по сути, это не конкурент. Кстати, и вот интересный момент, это как будет работать точность такого копья. То есть у нас же это копье достаточно недавно ввели, возможно, разработчики на него не обращали внимания. То есть, к примеру, я кидаю активный навык, вот такой вот прекрасный, да, с Рави. Он попадает в противника, условного бобра, да, и бобер кидает такое копье. Попадет ли он или нет, вопрос. Много очень, кстати, первых уровней, хотя у меня 100 рейтинга, ну, 100 рейтинга-то мало на самом деле. По сути, пару боев, а то и один даже, я даже не помню, сколько там побед нужно. Так, ну мы пока что убиваем. А какая же имбовая эта штучка. Просто нечто. Да, дальность это все-таки царская штука на таком копье. Просто тебя противник не видит, а ты их убиваешь. Они тебя не видят, а ты их убиваешь. Ой.
Что происходит? У меня только что анимация пропала. Ну вы, короче, видели, да? Я на него направил, у меня просто без анимации. Чё с тобой не... Легендарный дробовичок. Осуждаю. На тебе. Ушли левчанские здесь, оббегают. Кстати, мы можем сейчас и умереть так-то, если будем делать ошибочки в бою. Поэтому лучше их не делать. Что с Брюсом не так? Бахаем Брюса. О, кстати, видали, он промахнулся по мне дробовиков впритык. Прикольно. Брюс ботинком, кстати. Жесткий, дерзкий, как пуля резкий. На тебе. А слушай, Брюсик, а что ты сделаешь мне, если я убегу сюда? А ничего ты не можешь мне сделать. Как неожиданно. Так, ну мы сейчас откадешим, да? Опять же, сандалия святого. Так, сейчас смотрите, Брюс выбежит за нами. Чего это он не выбегает? Чел, у меня тут как бы это, автоатака, понимаешь? Нет? Ой-ой-ой! 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 Брюс сейчас меня убьет! Кто кого? Жесть! Какая жесткая схватка была между мной и Брюсом. Блин, зона неудобная, конечно, была. А как он так увер... Я не понял, как он пуст сменил, я этого не заметил. Жесть. 72 рейтинг, кстати, вот. Изи буст. Ну, что я могу сказать? Сандалия Святого неплохая штука за счет того, что имеется копье, как у бобра. Но не знаю. Стоит так оставлять пока что. Ну, чувствуется, что персонажу чего-то не хватает. Условного ботинка, да, какого-нибудь. Но опять же, вот сейчас я смотрю, у него какая-то анимация, вот видите... Такие непонятные штуки вылетают. На релизе такого вроде бы не было. Или было, или я просто не обращал внимания. Ну, это я, да? Кстати, Брюс вообще без лута бегает. Ну, кинет гранату. Ну, граната, видите, тоже промахивается. Вроде. Или нет. Очень странно, непонятно. Но мне кадышка должна быть быстрее, чем... Ну, баг без укола, и это ясное дело. Первый уровень все-таки. Какой там укол адреналина, да? Этого тоже прекрасного друга нашего убьем. Змею сделаем. О, видали, куда дробовик выстрелил? Это имба, ребята, это имба. Это новая имба. Просто можно сразу минусовать целую пачку противников в командных боях. Это жесть. Это имба командных боев. Это представьте себе, вас стягивает Брюс. И по вам... И по вам делается, блин, до сих пор не привык к персонажу, вы уж извиняйте. И по вам, к примеру, делается выстрел с, ну не знаю, с чего там. Ну, в общем, с Рави, короче, кидает активный навык. И вы все начинаете промахиваться, и это длится секунд. Чтобы не обмануть, ребятки, вот, чекайте. Перезарядка скилла. Видите, он, кстати, с половины начал перезарядку. А что за прикол? А кто-то понимает, в чем прикол? Почему начинать перезарядку с половины? Отдай, отдай лук! Отдай, тебе говорю! Отдай, отдай! Стой, стой! Вернись! Отдай лук! Ну! Отойдите, тут все мое! Ты тоже, бачок, отойди! Не мешай! Лук мой, все! Ух! Ух ты! Случайно убил паренька. Ох уж эти хамелеоны, лишь бы залутаться. Ладно, ребят. Ух, ну короче, походу этот навык это имба. Судя по тому, что я вижу, как противник в тебя стреляет, и как снаряд улетает просто в другую сторону. Причем это и работает из гранаты, как вы видели. То есть Брюс тут тогда стоял, кинул мне гранату, она улетела вот сюда вот в воду. Жесть. О да, кайф. Ты чё, Брюс? Бык? Бык? А ну-ка, быковни. О, кстати, кстати, смотрите, их неплохо плавают. Или мне показалось? А ну, кстати, давайте сейчас Брюса потестим все-таки. Я думаю, мы не умрем. Вот, смотрите. Блин, а сейчас почему-то оно сразу спало. Как-то странно сейчас получилось. То есть он на меня пока прыгал, оно на него не сработало, что ли? А ну-ка, давайте попробуем еще раз. Ну, когда ты в зону убегаешь, давай дерись. Чекаем. Еще раз. Кидаю. Попадаю. Ну, атакуй. О, видали? Видали, граната полетела в бок. А дробовик, кстати, попал.
И видите, КДшка у меня быстрее, чем у Брюса, спадает эта штука. То есть, по идее, можно противника, который против вас, держать постоянно в этом КД. Но опять же, такие штуки, которые как у Бака, да, как у Брюса, вот активные навыки, они будут все равно дамажить. Плюс дробовик, если впритык, то он тоже попадет. Если уже чуть дальше, чем впритык, то уже не попадет. Ну и круговое копье тоже проблема, скорее всего. Опять же, еще есть кассетные бомбы, которые тоже могут сделать большую проблему на самом деле для этого персонажа. Ну ладно, погнали, еще один боец сделаем. Закрепим результатик, я надеюсь, прекрасной победкой. Ну, тяжеловато пока привыкать, особенно мне по оружию пока тяжело привыкать. Ох уж эти ассоциации. Ай. Противников, к сожалению, очень много. Попадается. Никса попробовал сразу бахнуть. Брюсом неудобно. Ну, конечно, моя меткость зашкаливает, не спорю. С Брюсами вообще проблема. Они слишком крепкие, ребята. Вот тут Никс 5 уровня. Слышь, иди отсюда. Так, ну, Брюсика мы вроде отпугнули. Опа, Никсу дали меткость, точнее, забрали. О, видали, автоатакой бахнул, как красиво. Ай, да, ну почему это микромоментик, мог бы попасть. Обида, обида. На тебе меткость. Блин, я думал, он не отбежит. О, гений, смотрите, на Никсе. Блин, надо добить Никса, на самом деле. Попробую сейчас как-то Никса добить, но вряд ли получится. Ну, видите, он маневрирует. Хитрый Никс попался. Не хочет умирать. Че это он странно как-то. Ладно, нам нужно найти еще одну аптечку. А то я как-то заигрался с этими Никсами здесь. Легендарное копье. Надо лутать. Так, хамелеон забрал, запомним. Запомним, что легендарное копье у хамелеона. Это важная информация, потому что... Представляете, эту мощь с легендарным копьем, да? Домой. Опа, моя аптечка прибежала. Что ты за человек-то такой, Брюс? Ну иди своей дорогой, ну зачем ты приперся сюда? Ай, лишь бы... Вот вы видели, да? Ничего не сделал, забрал мою аптечку. Обида, как же не люблю такое. Не туда прибежал Никс, да? Бывает. Бывает. Заметьте, одни четвертые Никсы, и у каждого четвертого Никса проблемы с КП. Это как-то слишком странно выглядит. Слишком. Опять же, не получается найти легендарное копье. Хамелеон скрывается как может. Ну, это хамелеон, да. Логично, что он скрывается. А вот он. Вот он, хамелеш. Ловить, ловить. Отдай копье. Ну, конечно, Никс меня бахает. Конечно, хамелеон ему помогает. Но они же не дружат вместе, да? Судя по тому, как они по друг другу попадают, они вообще не дружат. Да почему он вот это перестал стрелять? Блин, обидно. Я сейчас, наверное, копьем попаду. Так, надо похилиться. Душные Никсы душат с двух сторон. Домой, хамелеон. Да... Ох, вы видели, какие они душные? То есть друг друга не атакуют? Меня атакуют? Его... И на этом все. Легендарное копье, поехали. Так, один есть. Все готовы. Остался кенгуру, который сейчас отхватит у меня тут плюх. Домой просто! Царский павлин. Царский павлин, ребята, это новая имба. Ну, реально, если ему давать время на все, что он может сделать, особенно в командных боях, то это будет имба. Потому что единственная проблема этого персонажа — это ближники. Но если на нем много играть, если использовать ботинок, сандали святого и приучить себя к постоянному их использованию, абузу, да, и постоянно играть от скорости, от кустов, от воды, то это такая имбища будет, что у меня нет слов. Но это пока что такое, первое мое впечатление. Конечно, в будущем, как вы видите, будем прокачивать дальше, смотреть, поднимать третьих на 1000, 1100, 1200 и смотреть, на что же он способен. Очень хочется это увидеть, потому что персонаж реально интересный за счет вот этих промахов имбовых, которые, по сути, позволяют контроль почти любого персонажа, даже ближнего. Это им. Ладно, ребят, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.